Всем привет, с вами SevPro, и сегодня покажу вам addon to my items для Майнкрафта Pocket Edition. И да, я хотел признаться, это хрюкнул не я. Да, я вам отвечаю, это был не я, это была какая-то свинка. Что ж, после установки данного addon у нас в нашем Майнкрафте появляется кнопка M в левом верхнем углу, при нажатии которой у нас открывается определенное меню, в котором мы можем выбрать нужные нам блоки. Также можем настроить игровой режим Майнкрафта. Для этого перейдем вот такую вкладку, где мы можем перейти из режима креатив-выживания и из выживания в креатив. Можем включить или отключить fly, можем убить себя или пополнить себе жизни, или пополнить определенные жизни. Восстановить голод, поставить спавн определенный, можно изменить скорость игры, можем ее сделать быстрее или очень медленной, или оставить ее прежней. Также сможем изменить время. Ну, сейчас я сделаю ночь. Здесь мы можем поменять погоду, то есть будет сильный шторм или обычный дождик. Сейчас очень сильный шторм, где будет сверкать довольно сильно молния. Ну, мы его отключим, чтобы дождик нам не мешал. Здесь мы можем наложить себе любой эффект. И, кстати, здесь есть эффект сушения, которого нет просто-напросто в Майнкрафте. Но в скором времени, когда добавите сушителя, этот эффект тоже добавит. И здесь мы можем заспавнить моба. Вот такое, кстати, красивое меню добавил разработчик addon. Вот. Но внизу вот эта кнопка отключает букву M, которая у нас есть в главном меню. Как видите, сейчас у меня буквы M нет. И чтобы нам залезть в это меню, нам нужно залезть как в обычный креатив. Нажать на три точки, и у нас открывается этот читерский мод. Ну что ж. Также мы можем зачаровать вещи, нажав на эту кнопку и выбрав определенный предмет. После чего наша вещь зачаруется на определенное нам количество и на определенный эффект. Как видите, у меня сейчас зачарованная палочка. Довольно прикольно все очень выглядит. Вот. Здесь мы можем давать телепорт. Ну, для этого нам нужно написать любое название. Ну, будет цифра 1, типа первый телепорт. Но почему-то у меня не загрузилась картинка, возможно, это баг. Нажимаем телепорт, и мы телепортируемся на наше место, где мы были до этого. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.